Здравствуйте, дорогие зрители! Мы начинаем видеопроект «Полесье», который познакомит вас с игрушками нашего предприятия. Мы не только покажем вам, как выглядит игрушка, но и расскажем о ее качественных свойствах и функциональности. И сегодня так называемым героем выпуска становится игровой набор с конструктором, который обязательно придется по душе и детям, и взрослым. Вот и наш игровой набор. В данном случае он розового цвета, однако может быть представлен и в зеленом. Все детали очень яркие и красочные, способствуют знакомству ребенка с цветом. Кроме того, они имеют скругленную форму. Это позволяет игрушке быть безопасной даже для самых маленьких. Набор может использоваться как настольный, а для игры на полу можно выдвинуть ножки. На верхней панели изображены цифры. Благодаря этому ребенка можно обучать в игровой форме. Один из элементов конструктора имеет заводной механизм, вращение которого позволяет рассмотреть творение малыша со всех сторон. Игра с таким набором тренирует мелкую моторику рук ребенка, обучает основам моделирования и конструирования, а также развивает фантазию. Для удобства хранения игрового набора под верхней панелью предусмотрено наличие ниши, куда элементы конструктора можно сложить после игры. Открыть ее можно, повернув два замочка. Все это позволяет сделать набор очень компактным, благодаря чему он не займет много места и будет удобен для транспортировки. Изготовлен набор из пластика, качество которого соответствует нормам европейских стандартов. Такая игрушка станет отличным подарком для детей в возрасте от 1 до 3 лет. Увидимся в следующем выпуске. И не забывайте, что дети в комнате без игрушек – это и есть источник хаоса.